Сайт sportnewsexpert.com поделился информацией о подробностях финансовой стороны переговоров представителей Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Как известно, компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Альвареса, изначально предлагала Головкину за бой в сентябре фиксированную сумму гонорара в размере 15 миллионов долларов. Сторона Геннадия, в свою очередь, настаивала на процентном разделении общего дохода за поединок. После невысоких цифр продаж платных трансляций в бой Головкина с Дэниелом Джейкобсом, около 170 тысяч pay-per-view, Golden Boy отозвали прежние предложения, согласившись на процентное разделение выплат. Оно составляет 75% против 25% в пользу мексиканского боксера. Отмечается, что Хулио Сезар Чавес-младший получит за бой с Канело те же 25%. Однако вдобавок ему выплатит гарантированный гонорар в 6 миллионов долларов. И долю с продаж pay-per-view, которая может составить аналогичную сумму. Со своей стороны промоутер 3GA Том Лёфлер запрашивает повысить их долю до 40%. Тогда как Канело достанутся остальные 60%. Не исключено, что Golden Boy пойдут на компромисс 65/35%. Такое распределение было бы близким к запросам команды Головкина и относительно справедливым, написано в статье.